Здравствуйте, канал «Деревенская жизнь на хуторе», дневник казачки. Настало время рассказать о своей поездке в Волгоград. Напоминаю, мы вчера ездили в Волгоград по музеям. Мы были в краеведческом музее. Мы были в музее панораме «Сталинградская битва». Там выставили образцы техники, там танки, самолеты, даже поезд. Разрешили видеосъемку, это здесь стоит 250 рублей. Шестеро семи художников были специальными участниками Великой Отечественной войны. Даже для наших панорам состоялось 8 июля 1982 года. На половине художники изобразили всего один лишь день из 200 огненных дней на честь Сталинградской битвы. 26 января 1943 года. В этот день на склонах Мамаевых лугах на две части, и каждая из частей поочередно уничтожена в течение недели. Это событие или глубо основу создания панорамы. Но панорама представляет собой не только историческое и документальное, это в первую очередь художественное произведение искусства. Тихонечко. Русские, это немцы пленные. Это здесь война такая была. Я хочу сказать, что одного или двух часов для того, чтобы обойти весь этот музей, не хватит 100%. Я поймала себя на мысли, что мне хочется туда приехать уже самой и походить по залам, почитать, посмотреть, рассмотреть все экспонаты. Там самый главный экспонат – это сама панорама Сталинградской битвы, вернее, как одного дня Сталинградской битвы, снятая с самой высокой точки Сталинграда. Сейчас вам коротенько расскажу, а потом просто поставлю кадр для того, чтобы дать вам немного представления. Туда ведет такая крутая винтовая лестница, и ты оказываешься как бы на вершине вот этого кургана в одной из водонапорных башен. В то время, оказывается, я этого не знала, хотя всю жизнь прожила в Волгограде. Но вот не знала. Оказывается, на Мамаев кургане, как на самой высокой точке Волгограда, Сталинграда, были сделаны такие железные, железобетонные башни. И в то время, как Мамаев курган был в руках немцев, а это было в течение 3 месяцев, они сделали там такие укрепления, доты или дзоты, как это называется. Вот и нашим нужно было их оттуда выбить. И вот как бы ты поднимаешься по этой винтовой лестнице, становишься на вершину вот этой водонапорной башни, и вокруг тебя вот так вот вид, как бы Сталинграда тех времен, и там происходит сражение. Во время Сталинградской битвы было совершено очень много подвигов, люди бросались на танки, зажимали провода, разбитые зубами, и умирали. В побитых самолетах таранили технику противника, в общем, там много чего было. Медсестры выносили раненых, потом вели бойцов в бой, в общем, все эти подвиги там запечатлены. Это рассказывать просто, знаете, не в этом видео, это нужно открывать специально всю эту историю и смотреть. Я вам сейчас ставлю кадры и смотреть. Там здорово. И еще хочу сказать, что музей на самом деле современный. Да, меня там еще вот в залах поразили, знаете, люстры. Там люстры, которые освещают зал, они сделаны как бы из стабилизаторов авиационных бомб. Ну, стилизованы под стабилизаторы. Еще меня там поразила авиабомба. Оказывается, именно такие бомбы сбрасывались на наш город. Я когда к ней подошла, я не смогла достать вот так вот рукой до ее вершины. Но там много чего на самом деле поражает. Вот. И да, и там холл вот при входе, где покупаешь билеты, там холл, там такие места для отдыха, работают кондиционеры, там их очень много, прям вот вентиляционная система, и на тебя дует вот этим холодным воздухом. А вчера была жарища, 37 градусов, духота. Вот, ну, в музее прохладно, и вы знаете, качество много посетителей, на самом деле много. Там можно пойти вот как в какой-то парк, просто, знаете, погулять. Вообще набережная в Волгограде очень красивая, около панорамы тоже очень красиво. Кто будет в нашем городе, в Волгограде, вы обязательно туда сходите. Вот Мамаев курган очень красивое на самом деле место, ну как бы оно из истории, и в то же время оно красивое. И музей панорам Сталинградской битвы очень красивый. И мало того, что это очень красиво, это еще и за душу берет.
Тимур никуда не уходил, не убегал. Нет, просто здесь. На пушке смотри, только быстро. Сейчас упадешь. И пробегусь? Нет, бегать здесь нельзя. Мы сейчас все вместе пойдем. Большая, да? Ты бомбу видела огромную? Да. Видела, какая она здоровая? Это самолет. Да. А здесь можно что-нибудь купить? Нет. Купить ничего не надо. Thank you.
Управление пешеходов Рейс-Шейн первого начала. Билеты вы сможете приобрести только при входе на теплоход. Также оплату мы принимаем без наличных расчетов. На борту для вас работает единственное в городе плавучее кафе. Первый причал прогулки по Волге. Мы смотрели 150. 100 мы вообще смотрели. 100? Нет, 100 это мы смотрели, знаешь как, говорили, если по интернету заказывать. В собрании я перед этим смотрела тоже в интернете. Там было 150. Ну давайте 200, у нас же есть как бы. Час 15 прогулка, короче. Что такие вагоны короткие? Ну, выделяются большие средства на... И елки, главное, разноцветные, гляньте. Проходите. Thank you.